Всем привет, с вами Джейсон Митч. Что ж, группа Unprocessed выпустила свой второй сингл Black Bone, и сегодня у нас будет на него реакция. А сейчас немножечко про Unprocessed. Собственно, это группа из Германии, играющая прогрессив метал и в прошлом играющая довольно легкую музыку. Потому что, ну, Dead Rose, там, Red Wine и еще пару треков довольно легко звучали, такие простенькие, попроковые, попсовенькие треки. Чего не скажешь о прошлом, трэше. Да, группа решила немножечко утяжелить свое звучание, и, по-моему, им это идет на пользу. Хотя, посмотрим, альбом вот-вот выйдет уже 1 декабря, а сейчас у нас есть возможность насладиться вторым синглом и примерно понять, в какую степь идет группа, чего ожидать от них. Что ж, давайте слушать. Какой красивый голос. Какой он был экстрим. Даже соляр хорошо вписался.
Переходим к итогам. Это шедевр, серьезно. Я как послушал Дедрос, услышал эту бас-гитару, и вот до сих пор в шоке, как это хорошо звучит. Гармонично, классно, так здоровски просто. Не, ну... Я не могу поверить, что есть группа, у которой бас-гитара прям выделяется. Ну, блин, шуточки, помните? Помните же, шутки, ну, были такие шутки про басиста. Вот, этот басист... Ну, конфликты, так сказать. Что еще сказать? Классный трек, серьезно. Тут припев прям такой вкусный, такой замечательный. На чистом все, как я люблю. И, блин, экстрим его такой прям жесткий, такой прям плотный. Блин, чувак, который хорошо поет, хорошо, прям хорошо экстрим. При том, что в прошлом играл довольно такую легкую музыку. Если я не ошибаюсь. Может, в прошлом играл еще тяжелее. Ну нет, по-моему, это будет самый тяжелый альбом. Если я не ошибаюсь. Вот. Что ж. Что еще сказать? Я был в шоке с брейкдауном. Потому что он звучит для меня очень необычно, на самом деле. Типа, я не ожидал вот именно такого. Ну, наверное, поняли, то, что выделяется в бас-гитаре, при этом хорошие такие сочные рифы, которые просто взрывают мозг. Все, как я люблю. Все, как я люблю. Собственно, я говорю, я просто безумно жду новый альбом. И я очень надеюсь, что он не разочарует, потому что, ну, блин, два сингла уже мне нравятся, и, ну, когда такое обычно происходит, я точно знаю, что нас ожидает бенгер. Ну что, друзья, всем спасибо, всем пока.